Здравствуйте, дорогие мои друзья! Я рада приветствовать вас на своем канале. Подписывайтесь на мой канал и ставьте лайки. А сегодня мы будем готовить салат греческий, домашний. Для этого нам понадобится 4 помидорки, 2 огурца, лук репчатый. Я взяла лучок красный. Этот перец. Перец вообще-то бы нужен. Лучше зеленый, ну какой есть. Вот четверть лимона. Маслины черные, грамм 200, фитаксы, оливковое масло, каперсы и соль, перец. Фитаксу можно взять сыр фета, который кусочками масла, но если нет, так нет, какой есть. А вместо каперсов можно и применить и маринованные маленькие огуречки. Ну, вперед! Режем лук. Вот такими полукругами. Вот тоненько-тоненько. Вот. Для чего я беру красный лук? Мне, потому что он не очень острый. Вот. Видите? Вот такими полукружиями. Теперь будем резать огурец. Огурец режем. Вот. Давайте вот так. Тоже полукружиями. Ну, такой не мелко совсем. Вот. Вот так. Режем перец. Вот так. Чтобы такие. Вот такие перышки были. Угу. Не, такие тоненькие-тоненькие. Стараемся. Сюда к огурцам и к луку. Теперь режем помидорки. Помидорки режем крупно. Угу. Крупно. Вот такие дольки крупные. И помидоры в последнюю очередь мы кладем. Пока не кладем. Теперь режем сыр фета. Ну да. Вот давайте. Вот мы вот так. Режем на маленькие квадратики. Прямоугольнички лучше, чем его назвать. Угу. Вот, вот, вот. Порезали. Сыр можно положить. Вот так. Где-то сыру грамм 200 берем. Тут небольшой. Если у нас фета в баночке с маслом, то мы можем масло уже оливковое не добавлять. Теперь можно уже помидоры. Я порезала, у меня крупные, то есть это маслина без косточек. Вот. Каперсы. И лимончиком сбрызгиваем. Вот у меня четверть лимона. Солим, перчим и заправляем маслом оливковым уже перед подачей. Приятного аппетита!